24 мая ровно в 12 часов во всех регионах России запоет множество голосов великой страны. Чебоксары присоединятся к этому событию. На открытой площадке перед монументом матери-покровительницы соберется хор из 700 исполнителей. Пока на репетиции детские хоры музыкальных школ не в полном составе. Но в День славянской письменности и культуры свободных ступенек не останется. 17 композиций прозвучат в исполнении Чувашской государственной академической симфонической капеллы, Чебоксарской певческой капеллы «Классика», 9 детских хоров, 6 хоров ветеранов и учебных коллективов. Пение будет сопровождаться театрализованными хореографическими постановками. Таким будет финал Всероссийского хорового фестиваля «Поют Чебоксары». Вообще, это, естественно, праздник объединения, символический такой вот, наверное, праздник, когда мы все вместе можем петь, можем наслаждаться единством, и это очень важно для нашего города в том числе, и для всей республики, ну, естественно, для всей страны. Сам фестиваль пройдет в 2 дня, 23 и 24 мая. В нем примут участие творческие коллективы Чувашии, Ешкаралы, Казани, Ульяновска. Настоящим подарком станет выступление Владимирского камерного хора под руководством народного артиста России Эдуарда Маркина совместно с Чебоксарской певческой капеллой «Классика» с эксклюзивной программой «Запоет город, запоет народ». Анастасия Алексеева, Светлана Аликимова, Николай Яковлев, Республика.